Друзья, рад приветствовать вас на канале Технофорум. В сегодняшнем ролике мы будем тестировать мотобуксировщик Charmex. Дело в том, что на европейской части нашей страны зима не торопится вступать в свои права, и снега там просто нету. Поэтому подобная техника тестируется по земле, по грунту, что не очень хорошо для техники, которая предназначена для снега. Мы постараемся исправить эту ситуацию и протестируем технику, благо снега у нас достаточно. Для теста мы выбрали одно из самых красивейших мест нашей страны, это Горный Алтай. Здесь есть прекрасные горы, по которым можно проверить проходимость техники по горам, возможность заезда на них. Есть низкая температура, которая позволяет проверить надежность двигателя, его запуска в холодную погоду. Ну и главное, что есть снег. А в этом месте снега 1 метр, это под Горно-Алтайском. В дальнейшем мы проехали в сторону Монголии, но там снега оказалось значительно меньше. Но там были прекрасные вершины, на которые было интересно подниматься. Теперь давайте перейдем к техническим характеристикам данного буксировщика. Начнем с двигателя. На этом буксировщике установлен двигатель 15 лошадиных сил. Да-да, как раз таких же лошадей, только 15 штук. Все двигатели линейки Charmex одноименные. Варьируется по мощности от 6,5 до 18 лошадиных сил, что, на мой взгляд, очень удобно, чтобы подобрать под свои задачи. И, кстати, они являются клоном японской Honda. Этот двигатель установлен в паре с вариатором Safari, который себя очень хорошо зарекомендовал на подобной технике. И особенность установки этого вариатора в том, что он позволяет менять ремень, не разбирая сам буксировщик. То есть это очень удобно в полевых условиях. Кроме этого, гусеница имеет ширину 500 мм, на мой взгляд, это наиболее оптимальная ширина, которая позволяет, кстати говоря, подниматься на этом буксировщике на очень крутые подъемы, что недопустимо на гусенице меньшего размера. А тем не менее, у производителя есть еще два варианта гусеницы. Это узкая 380 и макси широкая 650. Я даже не представляю, для каких целей, но она есть, и это хорошо, когда есть выбор. Кроме этого, хотел бы еще обратить внимание на такие мелочи, как фара, которая будет вам не нужна в основное время, но если вдруг вы запоздали и возвращаетесь домой или на базу уже потемно, то эта фара будет просто незаменима. Также хотел бы обратить внимание на прикуриватель на руле, который позволит вам зарядить разрядившийся телефон, либо навигационное какое-то оборудование, если вы им пользуетесь постоянно, либо там, если вы хотите установить какую-то дополнительную фару, то все это можно сделать с этим прикуривателем. А первый раз, когда я увидел этот буксировщик, я подумал, как я его буду один грузить в автомобиль. Из-за объемной облицовки он выглядит очень монументально и кажется, что он очень тяжелый. На самом деле, по ощущениям, он весит килограмм 100, что в принципе не так много для буксировщиков подобного класса с подобным двигателем. И я его смог перевести в легковом автомобиле класса универсал, причем совместно с санями-волокушами, с оборудованием для съемки, с вещами для жизни двух человек. Рама изготовлена методом лазерного раскроя. Плюс к этому добавим работу хорошего дизайнера, в итоге получим великолепный внешний вид. Тех, кого заинтересовал данный буксировщик, оставлю ссылку на приобретение в описании. В конце видео я поставил кадры, те, которые не вошли в основную часть, но думаю, будет интересно многим, что было за кадром. Поэтому просьба досмотреть ролик до конца. Сейчас давайте посмотрим красивые кадры под хорошую музыку.